Привет еще раз. У нас сейчас с тобой будет второй урок чукотского, точнее у меня, а ты меня будешь учить. Предлагаю поиграть в такую игру. У меня есть карточки, на которых изображены животные, растения. Я буду их называть по-русски, а ты будешь переводить на чукотский. Хорошо. Отлично? Это олень. Корон. Корон. Так, смотрим дальше. И здесь у нас собака. Итан. Собака. Итан. Отлично. У тебя есть собака? Нет, только кошка. Да, кого больше любишь, кошек или собак? Ну, я думаю, кошек. Медведь. Умка. 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 А медведи там у вас водятся? Ну, бывает иногда, заходит, ну, редко очень. И все. А белые или бурые? Белые и бурые. Все. Так, смотрим дальше. И здесь у нас снег. Снег будет ил. Ил? Ил-ил. Ил-ил. А дома снежно? Ну, да. Много снега выпадает? Ну, да, много. Ну, бывает по метр там, по два, по-моему. Да, по два. А когда так много снега выпадает, в школе занятия отменяют? Ну, да, когда пулька. Это дерево. Утун. Утун? Угу. Так, а какие деревья у вас там растут? Ну, карликовая береза. Есть растения, ягель там. Да. А ягель олени, да, едят? Да, ягель олени едят. Это была последняя карточка. Спасибо тебе большое за этот урок чукотского. Да.